Кто-то вызвал, потому что. Потому что дурак. Ты дурак? Ты что, угораешь или что? Ром, блин, едь домой уже, спи. Зачем? Мою машину трогать не надо. Рома! Мою машину трогать не надо. Рон, ты дурак? Кто вызывал? Их никто не вызывал. Ты что вообще? Мою машину трогать не надо! Да никто их не вызывал. Моя машина, это моя машина. Да никто не вызывал. Мою машину трогать не надо. Там... Да без понятия я, кто вызывал. Мою машину не трогай. Это моя машина. Скотина, это моя машина. Хорошо, с кем ты конфликтовал еще в этом? Моя машина заработалась мне, блин. Не просто так, как вам нахер. Не трогай мою машину, вообще понял. Пошел в жопу, понял. Не трожь мою машину вообще даже пальцем. Ты из других людей в этом доме конфликтовал. С кем ты в этом доме конфликтовал? Спрашивай грустник. Почему ты с нас спрашиваешь? Ё-моё. Мою машину не трогай. Ты адекватный человек. Ты здравомыслящий человек. Я вам говорю, кто вызвал? А что ты орёшь, говорю? Ты можешь нормально разговаривать, Ром? А смысл на... Вызвал. Смысл Груна вызывать, чтобы ты потом трогал другую машину, Груна, нашу машину? Не, зачем? В доме конфликтовал, с кем подъездом, только что ты... Козёл, заткнись! Не понимаешь. Слышь, ты умный. И вы Бога за яйца поймали. Ты умный, мою... Я вам могу сказать, что вы х**ли. Да ладно, да ладно. Ты что, сомневаешься? Завязывай. Да 100%! Да не трожь мою!